Что, этих двухуёбков кикнули, да? Угу. Красава. Заебали оно. Они в экзальте ДПД пошли, да? Там, блядь, топ ДПС. Ох, блядь. Не, мне просто интересно. Языком пиздят, нахуй. Прикинь, такие в экзальте да заходят, там, блядь, первые по ДПСу, нахуй. А я вообще не знаю, кто это, если честно. Я знаю, кто такие Грин Хилл, нахуй. А это сливки. Да, зайдут они в экзальте, они там, блядь, будут сидеть тише, ну, типа, воды ниже травы, блядь. Там что-то левое слово скажут, нахуй сразу пойдут, блядь. Это называется терпило. Дексиона зашел, нет? Ряд, блядь, что-то он пишет не то. Там же в экзальных правила там, нахуй. Чего-то не так, нахуй, не нравится, блядь. Все как РЛ, блядь, объясняет, рассказывает. Съебало, нахуй. Сразу, блядь. Не нравится, как распределяется лут, блядь, тоже съебало, нахуй, отсюда. Правильно. А чё? Чё ты, Андрей, завтра играешь? Ну, завтра, не знаю. Наверное, нет. А в воскресенье? А чё у нас? Да? В воскресенье, да. Ты ж работаешь. А, ЦЛК обычку хотят. Ну, я в воскресенье на сутках. Я в субботу могу и в понедельник провести. Мир тебе. Без разницы, разрешите этот, пожалуйста, момент как-нибудь сами. И будем дальше. Я вообще даже не понял, какой вопрос решать, но плохо, ладно. Про целую обычку. Типа второй рейд целка. И Сосуна пропал. Блять, парень учиться начинает. Его вообще не надо не будет скоро. Блять, фаски. Все всё знают. Будет МТ. Будем... МТ будет уфолог. А вот Т апокал. СПД войд определённо, разбирайте. Майлик, ДДшные фаски, уфолог, сапроты. Здорово всем. Привет. Здорово. Кто у нас танчит? Ты танчишь и уфолог. Окей. Все, я думаю, все взяли, готовность на пол. Баффа нет. АДК ни одного баффа нету. Разбафает. Каски нет. Еще будет время разбафа, целая минута. Все, я запускаю босса. Окей, я пока он не готовый, как раз. Починитесь, кто не починился, чтобы потом не лазить. Так, SS1 есть, закинь на всякий случай на Покала. Друидов, 1, 2, 3, 4. Ой, красота, 5 друидов, так приятно, когда столько друидов. А у него что, у него зеленов было, а не 100 разве? Пофиксили же, 90 было, на 15% порезали. Припоты приготовили, нажали. Все в рейд подошли, и у нас Элла будет диспелить. В рейде диспелы отдаем. Ближе подойди. Кто там стоит, шнурки, блять. Катина. Можно минус давать. Отдашь Андрюха минус. Не предупреждал, что уйдет. Поставьте кто-то там. Да, пока у второй шипа. Заиграем с ним оба. Ну не с моба, это босс.
Во, по себе не надо. Я уже танкер этим шарпом. Во, по себе не нарзалей, по войду кусяло. По шнуркам тщеславность. Mm-hmm. 7% перефаза. Изморский тоже по войду закинено. Андрей потом по лову закинешь, как сможешь. Перебежали, быстрее. По сферкам играет Чмыга. Ну, если Дима, ему нужно будет помощь, я помогу из рейда выбегать. Видите, Чмой, Чма на рейде. Чма на рейде, подойдите. Я бегу, но я умру, наверное. Да выйдите. Да подойдите все, да и все, блядь, подойдите просто к шаркалям, да дисплейте уйдите. Все. Ой, да прохильте. Отбегите от этих сейчас, их же туда могу. Близко я. Отбираем. На Андрюхе. Все, отлично, красавчик. Андрюха, поискать, как сможешь, закинешь по лову имя. Следующего духа забирай ты. А пока уготовься за это, наличайте. Когда будем выбегать, учитесь не забегать под лицо к духу, вы постоянно туда забегаете. Фаза. Забегаем. Под лицо не идем. Вот, сейчас молодцы. Только куда, блядь, сейчас бьет всех нахуй. Ой, повезло нам, под жопу кричу. А пока вы прохильте. Ну что, блядь, сказали, я там чё... Крича нахуй, я там чё трэш, я не одевал тринки на ДД нахуй. Геру дали, Геру дайте, играйте по печеньке. О, Хромбик тоже, блядь. А чё вы двух остальных проебали? Осквернения разбежались. Чмы ГБР, Тщеславность, Изморский по Бенни Бенаси. Саш, сейчас я буду, у меня компьютер сам перезагрузился. Подожди. Обновление. Тихо, риба. Да хорошо, риба. Дайте. Вальки, осквернение будет. Не стойте возле этого, возле пропасти. Разбегитесь по этому кругу. Далеко не убегайте. По валькам сразу играйте и замедляйте их. Они ебанутые. Ромбик. Замедляйте там. Трусы тоже. Понятно, меня уже похоронили. И Ромбик похоронили. Уфолог дашь мне БР. Альделит Лол дай. Осквернение через 3 секунды немножко разбежались. Вынесите качественно, и потом возвращайтесь в круг. Вернее, вынес. По валькам сразу же играете, замедляете их. Слушай, вы видите? По ромбику. Блять, муж. Молодцы. Зачем стоять в миле, когда лучше надо с коренения выходить? Падайте. Пошли еще бить. Трай. 4, 3, 2, 1. Я подниму всех. Кто ты сделал, блядь? Кто там? Я не знаю. Пал холик Элла, бля, почти вторую лужу разлил прямо под лич. Он стоял там. Как-то разлил, поебать, а кто зашел в лужу и его, ну, больше сделал? Ну там большая пачка РДД вообще была между луж. А кто забежал уже и дальше начал, это могу посмотреть. Шотнул человек, который забежал, потому что я стоял между луж, и нормально. Да, там большая пачка и стояла, кто-то просто забежал. Замедляйте раньше, Валькир. Кто пиздец, они четырех человек похоронили. Не знаю, чтоб они их ловили.
Всем привет, вы добиваете? Нету слов. Да, мы добиваем. Ну ладно. Ну, хиса, бенебинаси, шкаф там можно, чтобы быстрее было. Вот кто-то один из них, получается. Стрелял Фолок и Зибирлоу, кто-то из этих, да. Кто Фолок со мной стрелял? Я не мог вообще, я лича танчил с другой стороны вообще, блядь. Ну вот у тебя два варианта. Или прист, или шаман. Не словлен не вор, скажем так. Не пойман не вор, поэтому словен. Следующий да раз. Не, я короче, на... честно, я не понимаю, почему сложно пригнаться, вот и все, блядь. Не знаю. Это, от этого бесит. Блядь, если я не знаю, вот ты снимал видос? Да. Ну там единственное, блядь, можно... Там я можно... Я найду, посмотрю видос, найду, кто это, блядь. Там все видно будет. Там вот по Вуду, если смотреть, там видно будет, как ХП отнимается у людей. Оно будет отниматься в первую очередь у тех, кто стоял в луже. О, именно по плашке. Почему люди не дамажат? Я и вы, что ли? Так. Ну, Чмыгу меня, точно. Чмыгу меня брали вальки, поэтому у нас мало урона. Я уже ищу. Альберит 50 тысяч по валькам. У нее тоже Брити сразу скинула, ее сразу почти первой выкинула. Ей БР не дали. Там последняя самое главное, замедляйте. Особенно вары вы можете подрезанию. А то видно сначала, как вы подрезают, ну, не замедляют, и валькирии быстро улетают. Каток на ханте ставь, подлечен. Да не, бесполезно. Что такое каток? Точно надо. Какого? Просто поставь это и видишь, полезно это или нет. Ставь. Обязательно ставь. Не понял. Вайп. Агрос рвал, минус ИП. Справедливо, но я ж не против. Я виноват сам, но, блядь. Ну, три на пула, блядь. Два на пула, блядь. Вот у меня тот же вопрос был тогда. Даже три его. Не отдают просто. Челики не отдают. Ладно бы, я вам все был, а я ж в пулике. На пулом минус, на. Вы диспелить будете, если я сейчас на диспелил? Да ладно, это был последний раз. Я еще раз такая хуйня будет, я себе отнял. Будет просто все на пульчики минус получать. Кто-то один не на пуле будет получать минус. Сейчас были все на пулы. Это под на пулу не сложно. Ну, значит, танк. Значит, танк ебланил. Три на пула было, зону, а чему где двух рук? Ну я отбираю. Да давайте ДПР, Саш. А у тебя есть? Отдавай, отдавай. Да. Конечно, давай. Дайте рибав какой-нибудь мне, маму. И сейчас не подбегайте к шаркарям, когда Андрей будет выводить их, чтобы на вас чума не прыгнула. Убегайте все в правый край. Вон, в левый точнее. Вот сюда, за магом бегите. И не подходите туда. Так. Изморский инер по войду, Чеславность тоже инер по войду, Кусяло инер по лолу. Кто там еще у нас есть? Вову по себе сам закинул, Андрюха закинешь по шнуркам. Сфера близко. Две сферы, помогу, Дима, тебе убить сферы. Я сам. Андрей, забирай духа последнего, на пулу сейчас в медведе. А пока он готов сейчас забирать. Если есть инер, пострелю. Пока все инеры в КД, все пять в КД. Ну, у нас еще два гимна есть, так что... Просядешь по мане. Забегайте на сферу, не бегите, под духа лицо тоже не бежите.
Ура, первый раз не получили урон. Ноль людей. Под жопку к боссу. Каток сразу под босс. Все под жопку прям. Под жопку, под жопку. Геру дали. Сразу по пиздючкам играем. Не, ну смотри, насколько медленнее идут. По-любому ставь каток всегда. Я ставлю. Выбить. Там станили. Не, не станется. Разбежались РДДшники. Хазибир выбежал. Смотрите, сейчас не зайдите в эту вонючую лужу. Под жопку все. Дальше будут духи сразу со сквернения, поэтому нужно будет тоже качественно сделать. Или он ватный стал, пиздец. Уже он 58%. РДДшники чуть-чуть отошли. Милики, будьте наготове, сильно не убегайте. По валькиркам играем. Вынесите осквернение в войт. Не войт, там по-другому. Вон летит одна, как в этом, подрежьте сухожилие. ДЦ на портале. Ну-ну-ну, да надо добить, успеть. Хорошо. Супер, подбежай. О, не успею. Успели. Все, все под жопку, быстрее. Сначала лужа. 5 секунд. РДДшники чуть-чуть свалили. Не сильно. Миленькие тоже будьте наготове. Осквернение танки, апокал. О, нет, извиняюсь. Ты чё, блядь, пугаешь? Ну, мне почему-то ты показал. Лужу сейчас каток под босса. А, блядь, топ-хайпа словили. Пошли топ-хайпа бить. Не, не успеем, похуй на него. Похуй, 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 похуй. Он уже все. БР по нему закинешь. 5 секунд лужу. Числа у нас. Разбежались чуть-чуть. Далеко не убегайте. Хазибир. Отбежали, отбежали, служим. Бэр по топ-хайпу уфолог раньше откатится, уфолог давайте. Уйди, уйди, уйди. Лужа, смотрите, блядь, в коты. Не проебитесь нахуй. Переводим? Да, переводим. 1%. Надо вести. Жалейте хуй на валик на край. Ваш сейвы нажали? Кто забежит туда, гимн можете нажать. Из престол. Угу. Хорошо. Ладно, БР дадим, ничего страшного. Так. Думаю. Андрюха, ты дашь по этому. Куся подхиливай, дашь... разобью. Так. Часовность Инер по Лолу. Кусяла Инер по Стреле. Изморский мертв. Андрюха, как сможешь, закинешь Инер по Войду. Мой лик дух. Андрюха, дашь БР по... А, он Изморский вылетел, значит ты по топ-хайпу дашь. Андрюха, ловишь духов Элла и шнурки прокиливаете у холода. Тоже под духа не бежим, а пока вот ты босса берешь. Вести. Бежишь. Забежали. На сверху не бегите. Духа добили. Второго. Массейв нажми кто-нибудь. Любой. Шнурки прохил. Дженнис, бей каст. Стану можно, да? Да, 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 да. И прохиливай духа. Инвентаря. Скоро будет осквернение. Пока не убегайте туда, подождите. С осквернением назад его вынести, все остальные потом за спину. Женя, смотри, ты появишься, баба уже не, потому что дух в тебя. Войд выбежал. Все под жопку кличу. Дай БР топ-хайпу, Андрюх. Топ-хайп давай тоже под спину. Геру для топ-хайпа дайте еще одну. Все за спиной стойте, что ты Хизибир там стоял? Подними тщеславность Хазибира. Разбежались осквернения право-лево. По пути подними его. Андрюха, тебе. Все, перебежали под жопку все. Баба, есть у какого-нибудь паладина? Ладно, я через глыбу словлю. Идите. У меня идите все под жопку, я через глыбу словлю.
Жатву Бенен Бенаси прохильте. Осквернение 9 секунд. Приготовились право-лево разбежаться. Разбежались право-лево. Какой-нибудь паладин есть, бабу? Да, я поймаю. Поймаешь. Все, уфолог снова. Перебежали на другую сторону, все, майлик ловишь. Дух. Под жопку ключу. Все под жопу. Так один. Бенни Бенаси дал на спринтах, красавчик. 9 секунд осквернения. Все, разбежались право-лево. После духов сразу будет осквернение. Стреля, от стреля отбежали. Смотри, стреля в другую лужу не забеги. Перебежали. Есть у кого словить глыбу? Угу. Да. Все, видно. Ой, не глыбу, а дух. Уже добивай босса, ясно. Давай. Жатва душ, нажми на сейф, у кого есть, можете все нажать. Топ хайп. Его, можно зубы в него. Все, нормально. Теперь все плюс один. Что плюс один? На ХМ-ку, на ХМ-ку. В смысле? Так он рейд есть, что ливать? Так не все, кто нужен. Самым жестким пати. А, не, я думал, я понял. Блин, сука не проснулся. Ты тоже только проснулся, блядь. Я слышу, что он только проснулся. Он, он даже мое сообщение, наверное, не прочитал, которое я ему настрочил, блин. Да я прочитал про 95%. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить за этот невольный подарок. А че, убили леди? Не, не убили. Убили только Энза и Экзальт, это не всех пока что. Прогрессы 3% остались. Короче, те, кто, блядь, травят, вот те убивают. Да сиди, убьем и мы. У нас просто, видишь, как бы... Надо... У нас люди не те. Им, блядь, ой, впадлу, лень. Нахуй надо. Он вчера Саня ушел. Гламури сейчас сразу. Можно его нахуй? Да про нас сделаем. Можно за такую хуйню его нахуй. Сразу 1000 снимать, да и все. Ну, мне не раз такая хуйня просто бесит. Ну, просто говорите, если что. О, клятвохранитель выпал. А ханты есть? Кому он нужен? Мы осколок? Нет. Так. Все. Не пешим шмотки и падаем с обрыва. Зов. Mm-hmm. А, я не могу писать 41 секунда. Почему? Потому я, наверное, сейчас. Слишком много спамишь сейчас, да, макросами. Ну, диск говори, да и все. Короче, десятку назад ставлю. Подожди, этот я сейчас кину уфологу, Андрюха разводит. Так Дискорд зачем? Он Дискорд сказал, и все. Все же в Диссе. Да,